Юмор ФМ. А начнем прям с аплодисментов. Почему? Да потому что мы безумно рады видеть этих ребят у нас в гостях в очередной раз. Группа «Добро». Вань, Миш, привет. Йоу, привет всем. Доброе бодрое утро. Как слышно? Добро здесь. Прекрасно слышно. Я чувствую, что нашу студию, значит, залило светом. Добро. Добро присутствует в двойном количестве. Надеюсь, нас слышат не только вы. Я обращался ко всему миру, который сейчас на связи. Как слышно? Мы здесь. Как ваше настроение? А давайте. Можно написать, кстати говоря, комментарии. Что-то отвечает, кстати. Да? Тебе в голове, что ли, отвечает? В телеграм-канале Юмор ФМ ребята уже записали кругляшочек, и вот под ним можно что-нибудь тоже написать, типа «Да, слышим». Да, давайте, классно, будем давайте общаться. Так поступим, действительно. Кстати, если есть какие-то вопросы для ребят, можете под тем же кругляшочком в телеграм-канале Юмор ФМ оставлять. Мы самое интересное что-нибудь выберем, зададим. Ну а пока вопрос по теме сегодняшнего эфира, прежде чем перейдем к главной цели вашего визита. Говорим мы сегодня вот о чем. Умеете ли вы хранить секреты? Делитесь ли вы своими секретами с другими? Интересно. Мне кажется, секреты для того, чтобы ни с кем с ними не делиться. Опа. Что, даже друг с другом вы не делитесь секретами? Это же секрет. Ну, должны быть, мне кажется, и такие секреты. А есть такие? Которые только у тебя и ни у кого больше. Миш, ты есть какой-то секрет, который ты хранишь от Вани? А это секрет. Красавчик. Красавчик. Находчиво и быстро. Вот и поговорили. Все понятно. Так, друзья, дело в чем? Дело в том, что сегодня состоялась громкая премьера очередного трека «Ребят», которая получила название какое? «Два крыла» — это наша новая песня. «Два крыла» — новая песня. Мы ее сегодня, кстати, обязательно послушаем в эфире. Но прежде чем перейдем к этому приятному процессу, давайте немного подробнее о треке. Кому посвящен? Написан по реальным событиям? Художественный вымысел? В общем, всю информацию выложите нам, пожалуйста. Что это за песня? Почему ее должен послушать каждый в нашей стране? Вот песня — это то, о чем мы всегда готовы говорить. Это песня о любви. Она о тех чувствах, когда хочется быть рядом с близким, любимым человеком. И порой, когда ты на расстоянии, ничего не можешь сделать, ты думаешь, хоть стать птицей, хоть обрести крылья и просто прилететь к любимому человеку. Об этом песня. А еще мне кажется, что там заложена и мысль, что твой любимый человек — это как второе крыло, без которого ты не можешь взлететь и не достигнешь никакие высоты, не прилетишь к своей мечте. У нас сегодня неисправимые романтики. Да-да-да, и тут, конечно, возникает вопрос. А у каждого уже по два крыла? Ну, нас часто спрашивают, да, вот о нашей личной жизни. И мы всегда обычно съезжаем с этого вопроса. Мне кажется, что чувства должны пройти проверку на прочность. И, наверное, у нас сейчас этот этап. Ага. Точка. Слушайте, так звучит, как будто бы у вас несколько крыльев, вы выбираете из них. Там, знаешь, как говорил Саша СТ, если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. А, да, это цитата, оказывается, Реннера. Я думал, она дальше идет. Единственный человек, который цитирует СТ. Группа «Добро», «Два крыла» только что в эфире Юмор ФМ. Парни, мы вас поздравляем. Ну, работает, ну, как всегда. Спасибо. Пальчики оближешь. Ну, не как всегда. Там, смотри, симфонический оркестр, дабстеп. Я что-то слышала такие слова за эфир. Что-то с басом связано. Что-то с басом низкие, связано. Низкие, высокие. Кстати, да, оркестр. Как прописывали? Живой или... Да, мы покажем скоро видео о создании песни. Опа. Где весь процесс записи, да. Мы поняли, когда сочиняли песню, что в ней гораздо больше энергии, чем вот когда ее просто играешь под гитару. Мы ее сочиняли под гитару. И понимаем, что все эти эмоции, которые в ней есть, их может передать. Думали, и что? Это может передать оркестр. Он покажет всю глубину, всю мощь. Так и получилось. Но главное, что получилось. А получилось действительно классно. Да, мне очень нравится. И вот это вот такое смешение вот инструментов, там, да, и электрогитары, и этот бит, и при этом оркестр, мне кажется, неожиданно, но очень гармонично. Да, очень гармонично, очень органично, гармонично звучит реально. А нет ли вообще какой-то мысли, знаете, сделать версию альбома именно симфоническим оркестром, ну, уже известных хитов? Сразу видно, фанат. Да? Да, у нас вышло 2 года назад на виниле версия альбома «Юность» с оркестром. Потому что готовиться надо к интервью, как и сказали. Процитируйте, пожалуйста. У меня только строчки СТ в голове. Вы только рэперов цитируете, да? У меня же кепка на голове. Я могу только рэперов цитировать. Ну ладно, попсовиков мы проецируем. Так еще сделать новые версии. Ну вот в песне «Два крыла», мне кажется, мы смогли раскрыть и добавить то, что нам нравится в оркестре, чтобы не превращать песню просто в оркестровую. Балладную, да. Да, да. Соответствующим то есть чуть-чуть темпом. Немножечко оркестра.
ну, как это полагается, мне кажется, все должно быть в гармонии. Для краски, как некая такая специя. У нас дальше будет игра «Кто из вас душнил?» И мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Да, у нас есть такая традиционная забава, традиционный эксперимент, когда приходит... А там из нас двоих или из нас четверых? Нет, из вас двоих. Тогда я ответ не знаю. Из нас четверых я знаю ответ, парни, я потом вам расскажу по секрету, кто из нас тут четверых душнило. А, Оль, ну все, бразды правления тебе в руки. Что, прямо вот сейчас? Давай прямо сейчас чуть-чуть откладывать дело в долгий ящик. Смотрите, я задаю вопрос, вы отвечаете не да, нет, не знаю... можно позвонить другу, а имя? Ну, то есть, соответственно, Миша или Ваня? Хорошо. Mm-hmm. Ну да, кто из вас Миша? Миша. Кто из вас Миша? Да, Миша. Так, первый вопрос. Кто постоянно хочет есть? Никто. Нет такого, чтобы постоянно у кого-то был. Вам просто для галочки, тогда Миша. Миша, отлично. Кто вкусно готовит? Миша. Миша? Иван ответил. Мы доверяем брату. Нет, а вы оба должны ответить. Хорошо, Миша. Кто постоянно спорит? Ну, Миша. Ваня даже не стал спорить. А зачем Ване спорить, когда Миша спорит? Это же не между собой. Согласна. Это с кем-то. Кто из вас любит говорить «я же говорил»? Ну, может быть, я, может быть. Ну, допустим. Миша. Ваня. Ваня. Да. Фанаты, да, собрались? Кто любит поспать? Ну, Миша. Кто самый талантливый? Да, ну тут им для галочки. Это Миша, 100%. Талантливый Миша, ага. А кто постоянно палит секреты другого? Что делает? Палит. Кто постоянно палит секреты другого? Не, у нас таких нету в команде. Нет, а даже ну да, для галочки сказали, отвечать что... не будем. Кто вечно не знает, что надеть? Не модники. Мы оба вечно не знаем, что делать, потому что об этом не думаем. В последний момент всегда собираемся. Мы думаем, так, вот тут дорулить вот это, и потом у нас через 10 минут выезд на съемку. Просто надеваем то, что есть. У меня, кстати, вопрос сходу, как от младшего брата в семье. Кто-нибудь из вас друг за другом вещи донашивает? Я, да, периодически у нас происходит такое, когда ты видишь там у брата классную кофту и думаешь, да у нас же размер, в принципе, плюс-минус одинаковый. Отдай мне сегодня вот на эту. Мы меняемся часто. Я просто немного переживаю, мне 36, и я иногда нет-нет, да донашиваю за старшим братом. Это круто, это по-пацански вообще. Все хочу доносить автомобиль личный, никак не получается. Ну это ладно, в будущем. Кто раньше поцеловался, мы возвращаемся к нашему опроснику. А это же мы не знаем. А вы не знаете? Нет. Потому что вы не делитесь даже такими секретами друг с другом? Ну с секретами вообще не делимся. Так, кто постоянно звук ставит на всю? О, это я. Иван. Кто самый талантливый? Это Миша. Иван. Уже было. А кто душнило? Как он хорошо, да, Ольга? А кто душнило? Миша. Миша? Красавцы, парни, это аплодисменты для вас. Я думаю, что все было по чесноку. Какую вы классную игру затеяли, когда вариант только Миша или Ваня. Я думал, вам нужны честные и справедливые ответы. Не-не-не-не-не. Нам, знаешь, неинтересно мнение других, да? Да, Оленька. А вот тут немножечко за эфиром покреативили. Парни показали нам, как создаются настоящие шедевры. Мы им активно мешали. Чуть позже представим то, что у нас получилось. Ну а пока давайте о грядущем концерте. Что, где, когда, где купить билеты, сколько стоит? Приглашаем всех на наш концерт 6 ноября. Он пройдет в Крокусе. Опа. И мы там презентуем ту самую новую песню «Два крыла». Угу. Впервые исполним ее. Готовимся очень. И с музыкальной точки зрения прямо сейчас после эфира поедем на репетицию. И с точки зрения графики светового шоу тоже идет подготовка. Тоже придумываем как раз сейчас. И все делаем для новой песни. Не секрет, долго приходится впевать новые песни, то есть на репетициях? Я всегда по-разному, мне кажется. Некоторые песни сразу ложатся, а некоторые действительно приходится вот да впевать. Они еще не на языке, грубо говоря. А бывает, что чувствуешь себя комфортно и все хорошо, но только со временем, сравнивая, понимаешь, что вот сейчас она уже вот впелась и сейчас звучит как раз как надо. Тогда казалось, что хорошо, но хорошо на самом деле сейчас, да? Ну да. Вопрос от фаната: а оркестр будет? Оркестра не будет в этот раз. Так, вот хорошо. Так ответим. Мне кажется, что оркестр это вот такая ближе к, наверное, спокойному, да, настроению. Хотя и с бурей эмоций, но, наверное, нам будет органично лет через
Сколько-то. Мы приглашаем вас через 30 пока лет мы хотим качать на концерт группы «Добро» на 25-летие, с симфоническим оркестром. Кстати, пока хотим качать, у нас приезжают фаны с разных городов. Наша фан-туса «Вы за добро». Респект ребятам, всем, кто вот находится в этом движении. Это будут фанатские флаги, шарфы. Девчонки сидят у парней на плечах. Вот такая атмосфера будет. В «Крокусе»? В «Крокусе». Такого еще не было, да, в «Крокусе»? Не видела такого в «Крокусе». Мы тоже. В наших концертах обычно так. Представляете, в четвертом ряду сидит Антон на пятом месте. Кстати, у нас будет танцпол. И танцпол, и сидячие. Ну вот если кто-то будет сидеть на сидячих местах на плечах девчонки, это будет классно. Знаете, это Антон. Да, оп, со своей. Эй, парни. 6 ноября. Правильно, правильно. «Крокус», ребятки. Ну что, добро пожаловать всем. Мы вас тоже приглашаем к ребятам на концерт. Да, мы приглашаем. А вы нас приглашаете? Да, мы вас приглашаем. Класс. Приходите. А мы придем, Оль? А мы придем, конечно. А прикинь, такие, нет. Мы приезжаем еще с официальным мерчем. Угу. Ребят со своей стороны готовятся. Для того, чтобы каждый мог уйти, порадовав себя не только музыкой, но еще вот какой-то вещичкой. Наверное, а может быть мелочью в виде значка, жетона, не знаю, стикеров. Частица добра можно всегда с собой носить. Да. Я думаю, что если вы увидите на улице человека там в худи, например, добро, или с нашими цитатами, или с шопером в шапке, то вы многое можете сказать об этом человеке. Ну, как минимум, что он был на концерте. Может быть, он заказал заранее, но у него в сердце точно добро. Как минимум, человек он хороший, 100%. А у тебя тоже вон добро написано по-японски. Будем считать, что да. Вообще да. Да, ребята, у меня написано «добро» по-японски. Группа «Добро» у нас сегодня в гостях, друзья. Итак, я говорил о том, что за эфиром мы тут немножко покреативили, немножко напрягли парней, заставили их писать песню. Активно в этом принимали участие, мешая им создавать шедевр. Но я предлагаю послушать, что у нас получилось. Давайте, попробуем. Давайте, да. Под ваши бурные аплодисменты. Сразу ответственность себя снимем. Если бы мы писали сами, было бы чуть-чуть... Спасибо. Интереснее. Но, возможно, там не было бы юмора, который есть благодаря вам. Гитара у Ивана в руках, значит, песня пошла. Люди были созданы для того, чтобы говорить о своих чувствах. Только все хотят лишь одного, чтобы в кошельке не было пусто. Строчку выше написал не я, я ведь думал, что все по-другому. Это просто юмора волна. Мы в гостях у Оли и Антона. Шикарно. Давай это будет наш гимн, Антон. С удовольствием. Я вообще могу начинать каждый эфир, каждое утро с этой с песни. С гитарой? У нас появился официальный гимн шуток-шоу. Это же записали, это джингл. Конечно. Все. Все. На самом деле классно. Ну вот, а ты говорил, что не очень, не очень. Я сказал, что мы бы сделали по-другому, но вот эта вот специя от вас... Она была очень удачной. Да, вот наши имена очень хорошо подошли в данной композиции. Увековечили у вас, понимаете, Миша и Иван здесь. Низкий поклон, парни. Вот, а Оля и Антон есть. Ну, класс. Спасибо вам. Ну, действительно, получилось шикарно. Ну, все, весь мотив, соответственно, весь ритм придумали парни. Все в стиле группы «Добро». Да-да-да-да-да. И опять же, если туда добавить симфонический оркестр, будет лучше. Кстати, не успели спросить. Послушали мы вашу сегодня новинку. «Два крыла». Клип на нее. Я думаю, что мы сделаем клип, но вот сейчас пройдет концерт, и после концерта мы начнем. Окунемся мыслями в эти задачи, творческие задачи. А вот интересно, эти творческие задачи, вы их сами придумываете, или, может быть, там обращаетесь к поклонникам? Нет, никогда. Мы всегда все сами, все свои идеи придумываем, реализовываем. От нас все исходит. Режиссируем клип сами, монтируем в дальнейшем, поэтому... Ждем, когда в головах появится немного места для новых идей. Слушайте, я не удивлюсь, если группа «Добро» и «Худи» шьет сами. У нас свое производство, это действительно так. Настолько, думаешь, хендмейд? Ну вот слушай, ребята такие разносторонние, что мне кажется, но дизайн делаем мы. То есть есть ряд моделей, где принты созданы Иваном от руки. Потом оцифровывается, да, и... Короче, все сами, это стопроцентное добро, если вы... Творчество со всех сторон. Это хочется круто. Вот его дополнять с разных сторон.
Поэтому мы готовы дальше. Знаешь, так пройдет еще немножко времени, будут витамины группы Добро. Витамин Д, конечно. Витамин Д. Думаешь, со временем группа Добро рискует превратиться в Black Star? Я не знаю, но походу ребята вообще настроены очень серьезно. Картинг от группы Добро и понеслась там вот это все. Добробургеры. Добробургеры. Ребята, берите на заметку. Ребяточки, давайте подводить итоги. Запоминаем. 6 ноября большой сольный концерт в Крокусе от группы Добро. Так что все приглашены, всех ждем, приходите, получайте максимум удовольствия. Слушайте, получайте также удовольствие от новинки ребят, которая получила название «Два крыла». Кайфуйте, жизнь одна, как говорил великий классик. Ну и встретимся на концерте в Крокусе. Да, спасибо большое вам за возможность презентовать песню, за то, что сегодня спели с вами, поиграли. Вот. И спасибо всем, кто нас слушает. Это Добро. Всем добра. Парни, спасибо, классного дня, спасибо, что пришли. Пока-пока. Пока. На Юмор ФМ.